Креативные мысли, которые превосходят друг друга. В городе Сарань стартовал челлендж под названием «30», посвященный 30-летию независимости Казахстана. Он проходит при участии различных организаций и учреждений города. Подробности расскажет корреспондент. К празднованию знаменательной даты 30-летия независимости Республики Казахстан город Сарань подходит с достижениями. Открытие новых производств, восстановление микрорайонов РТИ, строительство многоквартирных жилых домов, благоустройство территории города. В течение юбилейного года в Саране проводятся тематические мероприятия различного формата. Фестивали, акции, конкурсы, соревнования, экспозиции и презентации, посвященные юбилейной дате. 30 лет независимости, 30 лет мира и согласия. Одним из них стал челлендж 30, приуроченный к 30-летию независимости страны. В рамках челленджа студенты Саранского высшего гуманитарного технического колледжа имени Абая Кунанбаева защитили 30 научных проектов, а воспитанники детской школы искусств представили 30 авторских картин в духе патриотизма. В этом году подготовили большую выставку к 30-летию независимости Республики Казахстан. Работа «Мой Казахстан», тема работ «Мой Казахстан», и именно 30 работ посвящены 30-летию независимости Республики Казахстан. Тематика «Мой Казахстан» здесь у нас что показано? Конечно же, наш родной город, затем наша столица Нур-Султан, затем обычаи и традиции казахского народа и, конечно же, великолепные пейзажи природы Казахстана. Этот челлендж отличается своей универсальностью. Воспитанники ясли сада «Малыш» в национальных костюмах народа Казахстана поздравили всех жителей страны флешмобом в форме цифры 30. В нем изъявили желание принять участие члены спортивного клуба. Сегодня в рамках челленджа 30, посвященного независимости Республики Казахстан 30-летию, наши спортсмены, наши чемпионы решили показать акцию 30 отжиманий, 30 приседаний. В челлендже принял участие клуб казахского разговорного языка «Мемле», открывшийся на днях. Сегодня насчитывается 30 участников, что стало уже символичной цифрой. А также в Саранской городской библиотеке в рамках челленджа проходит акция 30 книг 30 лет независимости. Сегодня в централизованной библиотечной системе города Сарани объявлен челлендж 30 книг 30-летию независимости. На основе списка из 30 книг, предложенных нашим президентом Касым Жомарт Токаевым для всенародного чтения. В рамках празднования 30-летия независимости страны и программы «Рухани Жангуру» в общеобразовательной школе города Сарань проходит выставка из 30 экспонатов. В нем можно увидеть произведения, пропагандирующие отечественное наследие ученического творчества. В основу моего проекта легла финансовая система Золотой Орды. Каждому человеку, хоть немного имеющему отношение к истории, Золотая Орда представляет собой грозную кочевую державу, которая в течение 3 столетий являлась господствующим государством на большей части Евразии. Если военное дело Золотой Орды довольно хорошо изучено, то экономика страны является по большей части загадкой. Данный челлендж продолжит благотворительная акция «30 добрых дел». Фестиваль национальных культур с участием 30 колледжей области. Встреча 30 ровесников независимости с акимом города Сарань. А также встреча молодежи города с участием представителями 30 трудовых династий и другие. Айша Усимбекова, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5 канал.